Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Я приветствую всех. Сегодня 21 декабря, среда. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 9, минус 14. Днем минус 2, плюс 3. Ночью и утром на дорогах гололедица и снежный накат. В Черкесске без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 10, минус 12. Днем 0,2 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. 17 декабря. Ярослав Запашный. В Кисловодском цирке. Спешите! 30 декабря исполнится 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. В Черкесске прошло торжественное мероприятие, организованное региональным отделением КПРФ. Подробности у Али Баташева. Знаменитая «Катюша», красные пионерские галстуки на юных артистах ансамбля «Мамитекей», серп и молот в центре герба Советского Союза и праздничное угощение всем гостям перед началом мероприятия подчеркивали значимость юбилея великой страны. Собрание проходило в форме торжественного пленума. Звучал гимн Советского Союза, вспоминали достижения Владимира Ленина. Гений Ленина дал 3 безошибочных ответа. Во-первых, план ГРЛО стал основой для мощного индустриального рывка. Созданные тогда электростанции и сейчас снабжают энергией города и села России, Белоруссии, Украины, Средней Азии и Кавказа. Во-вторых, Ленин убедил соратников в необходимости НЭПа. Товарооборот между городом и деревней быстро восстановился. Советская власть подчинила рычаги рынка строительству социализма. В-третьих, Ленин предложил союзное многонациональное государство. Именно советские люди создали крупнейшую промышленную державу, объединившую множество народов. Одержали победу в Великой Отечественной войне. Первыми осуществили полет в космос, говорили выступающие. Потому что советской власти был интернационализм, но не национализм. Интерслово национализм ушло из нашей жизни. А это связующее, это скрепа была, скрепа для всех народов нашей великой страны. Я и умру советским человеком и никогда не пожалею. И чем дольше мы отходим от этой даты, когда сделали переворот, я считаю, еще больше я укрепляю, что лучшей власти, лучшего государства, чем советская власть, не было бы вообще в мире. В этот день почетные грамоты КПРФ и юбилейные медали получили активисты регионального отделения партии. Свои музыкальные подарки зрителям дарили Римма Утемисова, хореографический ансамбль «Кавказ» и другие артисты. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня день зимнего солнцестояния. Это астрономическое событие, в настоящее время наиболее интересное астрономам. День зимнего солнцестояния чаще всего ассоциировался с возрождением, так как ознаменовывал собой начало продолжительности светового дня и сокращение темного времени суток. Не случайно в культурах разных народов в канун дня зимнего солнцестояния, а также непосредственно в этот день совершались действия обрядового сакрального характера. Устраивались праздники, которые не обходились без костров и огня. Далее информационный эфир в 9:00 продолжит Вести на карачаевском языке. Затем смотрите программы карачаевской редакции. Оставайтесь с нами на канале «Россия».